14 июля 2021 года. На улице тепло. Сколько тут у нас? Ну, 26 градусов в тени. Так, ну и вот хотел сказать, что сегодня посадили горох. Старую редиску вырвали. Ничего там из нее толку никакого не вышло. Ну и вот здесь вот сюда посадили редиску в три ряда. Так. Подмести маленько. Землю в сторону отдать. Так, ну и вот у нас тут, конечно, начинается самое красивое. Это горох. Вырос уже, наверное, сантиметров, я бы сказал, 40, но стручков здесь не видать. Абсолютно никаких стручков нету. Зато эти хорошо растут, зелень. Зелень растет красиво, а стручков нету. Причем, конечно, вот интересно, где-то вот она посередке, вот так вот в этом вот месте. Вот в этом вот месте вот она как бы растет получше, левее плохо, там вот, потому что в угол, и правее плохо, наверное, слишком много солнца. И вот так вот нужно искать вот эту вот золотую середину. Так, ну пока что от гороха только ботва. Ну вот здесь вот лук, который садил в прошлом году. Может быть, его уже стоит помаленьку рвать и кушать. Может быть, еще и не стоит. Но толку от него тоже нету. Так, вот тут тоже сельдерей растет. Здесь вот лук в этом году посадил из семян. Укроп тут тоже попал. Зернышко укропа. Каким образом, я понятия не имею. Кстати, вот здесь вот тоже растет сельдерей. По какой-то причине он растет лучше и веселее, чем тот, который стоит на столе. Так, а здесь вот у нас помидоры растут. Наверное, уже можно их пообрывать. Здесь вот уже зависть пошла. В этом вот месте. Вот. Это вот уже цветочки пошли. Наверное, я вот эти вот поотрываю. Как называется, пасынки. Вот один улетел, второй улетел. И вот третий оторвем. Вот. Здесь вот у нас тоже вылез четвертый. Так. Вот вылез еще один. Пятый. Шестой. Седьмой. Так, здесь, значит, тоже вот здесь вот уже макушка появилась. И тут вот уже зависть там, наверное, будет уже скоро. Ботва, конечно, большая, но ботву, конечно, никто не ест. Едят плоды. Так. Поставил сюда вот огурцы вниз. Значит, вот один вот огурчик хорошо вот так вот выглядит. Второй, третий. А вот этот вот огурчик у нас чуть ли не сдох, но потом все-таки ожил. Так. Здесь вот у нас тоже растет вот сельдерей. Сказал бы, еще судить рано про сельдерея. А вот это вот у нас укроп. Причем посадил я сюда целую шайбу. Вот сейчас вот укроп 17 сантиметров высотой. Можно, наверное, уже выдергивать, кушать. Вот этот вот укроп я замачивал в земле, в воде. Ну и, наверное, все-таки замачивать, наверное, его не было необходимости. Ну а здесь вот у нас уже выросли такие вот помидоры. Вот можно вот видеть уже 2 сантиметра в диаметре уже есть, в длину вернее. Сколько тут у нас помидоров? 3, 4, 5... 6 штук, ну и еще цветочки растут. Так, тут вот у нас сельдерей. Толку, конечно, мало. Вот цветочки такие вот растут. Ну и все. Да. Да, все, на этом все.
Конец.